основа построения именно плана и дорожной карты, как мы говорим, это анализ моделей. То есть есть картинка, пирамида, процессная, данные. То есть вы можете ее оценить и сказать, что вот она у нас сейчас такая, и мы хотим там через год стать такими-то. Опять-таки, вот эта вот идея бенчмаркинга или там эталонного сравнения, как вам угодно называть русского слова, нету для этого, я не нашел. Там очень много публикаций, в которых действительно приводятся данные, то есть сравнение текущего уровня там развития какого-то здесь, ну в данном случае какая-то система водоснабжения австралийской, по-моему, да. Соответственно, они сравнивают между собой, значит, уровень развития системы ТАИР между там компаниями, между подразделениями в компании и публикуют такие вот отчеты. Опять-таки, в нашей стране тоже периодически появляются такие как бы, заказы или там заказчики, которые просят сравнить себя с отраслью. И вот достаточно давно мы в этой технологии там делали такой разрез по ТГК, которых уже нету, именно по баллам развития системы ТАИР.